Владивосток, 17 мая 2022 года. На спортивной набережной продолжаются ремонтные работы. На стадионе «Динамо» проходит или уже прошла игра, футбольная игра. Сегодня в городе по-летнему жаркая погода. Люди гуляют. Самокатчики повсюду, конечно. Здесь такая инсталляция, называется «Семь сопок». На каждом таком столбике есть QR-код, и можно узнать о каждой сопке поподробнее. Жарко, жарко сегодня в городе. В кинотеатре «Океан», помимо фильмов, проходят кинофестивали. У нас во Владивостоке фестиваль «Меридианы Тихого». Вот. И здесь такая небольшая аллейка звезд, которые приезжали к нам на кинофестиваль. Лариса Белоброва. Алла Сурикова. Настасья Кински. Рок Бриннер. Сын Юла Бриннера. Ефим Звеняцкий. Театр Горького. Карен Шехназаров и другие. Возле кинотеатра работают фонтанчики. Чёртово колесо вон там на спортивной набережной работает. Стадион «Динамо».
Впереди такой интересный домик стоит. Рядом стройка. А домик находится на улице Тигровой, 23А. Там вон круглое окно наверху. Прохода здесь нет. Ладно. Да ладно. Пойдем здесь. Тигровая 20А. Росгидро в этом здание находится. Тигровая 20. Вон и тигр. Тигровая 16. Байкер на дороге. Thank you.
Вон какая, какая высотка. Здесь адрес. Улица Первая Морская, 16. Коттеджи вот эти вот находятся. И здесь виден Золотой мост. Ветер подул. А вон и мост на Русский остров виднеется там вдалеке. Яхт-клуб 7 футов впереди, и он в море, корабли стоят, и как будто туман по горизонту чуть-чуть перекрывает. Первая морская, 20. Вот этот дом высокий.
знак пешеходный переход. Первая морская, 16А. Глянем. Старые гаражи, но уже заброшенные, в щели видно. Местные жители поливают цветочки. Школа или детский сад здесь. Школа или детский сад здесь находится. Сирень цветет. А где-то здесь снимался фильм, кажется. Может быть, даже в этом дворе с Козловским. Как-то фильм назывался. А, на районе. На районе, по-моему, вот здесь, вот на этом месте снимался какой-то эпизод, если я не ошибаюсь. Что здесь? Посьетская, 27. Адрес. Красота какая.
Вечерние владивостокские пробки. Там морской вокзал впереди. Утепленные деревья стоят. Старая подпорная каменная стена. Деревянные оконные рамы. Цветущие деревья. Здесь у нас есть проход. Здесь какой-то проход есть. Какой же здесь адрес? Бестужева 36/38.
здесь много на деревьях скворечников. Местные жители прогуливаются с собачками. Что-то какая-то там фигура через дорогу стоит. Женщина с чашей. На здании еще сохранились серп и молот. Пасьетская 9, адрес.
поправил чуть-чуть. Пасецкая 10. Так. Здесь интересные ракурсы раскрываются. Спуск вниз есть.
Улица Верхнепортовая, 3А. Железнодорожный вокзал города Владивостока.